Будущие управленцы побывали на Лабинском МЭЗе. Посещение предприятия началось с беседы в заводском музее. Практиканты познакомились с производством, увидели фасовку масла. Студенты кубанских вузов знают о роли градообразующих предприятий, о взаимодействии с органами местного самоуправления. В Лабинске у них появилась возможность увидеть работу этих предприятий изнутри. Поэтому с большим интересом они следили за технологией выпечки хлебобулочных изделий, переместившись на Лабинский хлебозавод. Я первый раз в этом городе, тем более у нас есть в Краснодаре хлебозавод, но я там не был ни разу, и, безусловно, этот процесс, он очень интересен. Производственная практика, в первую очередь, нам дает возможность непосредственно ознакомиться с работой органов местного самоуправления на местах, изучить, как работают отделы, управление администрации, как организовывается работа, какие проводятся мероприятия, как производится работа с населением. То есть мы непосредственно знакомимся с тем, как функционирует аппарат органов местного самоуправления на местах. Знакомство с предприятиями Лабинского района – часть производственной практики, которую лучшие студенты факультетов управления проходят в законодательном собрании края. Они могут увидеть, наверное, то, как реально устроена жизнь в муниципалитете. То есть каким образом организуется производство здесь, какие есть предприятия, что они дают для района. Да? То есть они понимают, что это градообразующие предприятия, которые приносят налоговые какие-то поступления в бюджет района. Они понимают значение этих предприятий. По 5 июня студентам предстоит приобрести навыки и умения, необходимые в решении вопросов местного значения. Помимо практики, для них предусмотрена разнообразная культурная программа.